Проспект маршала Жукова перекрыт. Сотрудник ГАИ транспорт пускает в объезд. Сказали просто, отводим транспорт, и все, ничего не говорили. Автомобили через один останавливаются, просят гаишника пропустить их домой. Говорят, днем здесь тоже был коллапс. С утра перекрыто. Вы же видите там впереди или не видите? Сцена. Сцена. Вот. Все закрыто. Вон все машины идут куда? На Московский. Все по Московскому. Кто-то остановится, видите? Плюс еще наши доблестные с молотками там. Дырки латают. Возле дворца спорта на бульваре Юрьева в срочном порядке устанавливается сцена. Работники говорят, дан приказ работать даже ночью. На какой срок вы успеете это сделать? До утра сделаем. В полдень здесь соберутся бюджетники приветствовать съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей, города Севастополя и Автономной Республики Крым, который инициирует одиозный харьковский губернатор Михаил Добкин. Новостям АТН они сообщили, правда, анонимно, что в школы и больницы опять пришла разнарядка, чтобы завтра в 11:30 они прислали своих представителей ко дворцу спорта. Людей, говорят, бюджетники собираются свозить с области, в том числе с крупных предприятий, таких как «Укрбургаз». При этом сами бюджетники жалуются, что отказаться они боятся, потому что им страшно потерять работу. Жители микрорайона возмущены, мол, из-за чьих-то амбиций вынуждены терпеть неудобства. Троллейбусы не ходят, маршрутки ездят в объезд, приходится пешком идти несколько остановок. А можно матом? Или лучше не надо, судя с того, что это... Нет, к сожалению, конечно, очень неудобно и очень-то странно. И вот я сейчас видел много людей, которые старые пожилые люди с детьми, которые... Сейчас явно хотят попасть домой, но из-за того, что здесь перекрыто. По идее, как бы я так считаю, здесь будет транспортный коллапс. Потому что здесь идет же развязка в центр туда, на Одесскую. Здесь ходит автобус много лет на Одесскую. На остановке маршрутного транспорта атмосфера накалена. Люди читают объявление об отмене транспорта до утра 24 февраля. Все отменили из-за какого-то мероприятия, которое скрывается. Из-за какого-то мероприятия. Написано какое-то мероприятие. А какого? Да, вы знаете, какого? Что вы хотите услышать? Что происходит? Отменили действительно маршрутки? Отменили, да? Маршрутки и троллейбусы. А вот мне добраться домой нечем. Я должен 76 лет, а я должен пешком где-то искать, где-то это что, справедливость. Вот я хочу спросить у власти, у оппозиции, во всех. Я хочу спросить, есть у них совесть или нет? Неудобно из-за того, что старым людям надо добраться домой. Они после работы, после всего. Этот маршрут, им добраться, это надо выйти на Московский проспект, чи туда. Это старому человеку, это пожилому человеку. Очень тяжело. На университетскую надо ехать и нечем. Ни маршруток, ничего сейчас нет. И для чего вот это вот? До 24-го они отменили. После 17:00, когда харьковчане массово возвращаются с работы, на Московском проспекте образовался затор. Водители злятся, мол, в пятничный вечер они вынуждены стоять в пробке. Татьяна Дотяк, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».